На прошлой неделе работники одного из предприятий на площадке ДААЗа устроили акцию из-за низкой температуры в производственных цехах. В тот же день губернатор провел селекторное совещание с руководством и лидером профсоюзной организации предприятия. Работники завода пожаловались на неподобающие условия работы. И хотя температурный режим на производстве стабилизирован, ситуация на ДААЗе возмутила руководителя региона. Вы там, господа, не перепутали вместе со своими работодателями о том, что это за счет вот этих людей мы живем все вместе, гордимся своей страной, потому что именно они, так сказать, валовый продукт делают. Кто из вас, так сказать, не видит о том, в каких условиях работают люди? На ДАЗе, на огромном заводе прекратили работать из-за того, что безобразная температура. Губернатор потребовал, чтобы руководители муниципалитетов и депутатский корпус контролировали и отслеживали ситуацию на предприятиях и с этой целью организовывали горячие линии, куда работники могли бы позвонить и пожаловаться на неблагоприятные условия труда. Сергей Морозов подчеркнул, что качество жизни населения – первоочередная задача, которую ставит президент Владимир Путин. Для ее выполнения губернатор Ульяновской области готов принять комплекс мер. Мы приняли решение. Со следующего года, с января месяца, начнем совместно с профсоюзами проводить раз в месяц областной день профсоюзов. Мы будем делать анализ выполнения обязательств коллективных договоров, других документов, которые есть в трудовых коллективах, которые влияют как раз вот на условия труда, на оплату труда. Социально-трудовые вопросы трудовых коллективов губернатор взял на личный контроль. Татьяна Баловнева, «Наше время».